станок SmartRock – это машина нового поколения, у которой есть возможность бурения именно с пультом дистанционного управления, а также он полностью автоматизирован. То есть оператор может навести буровой станок на скважину, на точку, нажать на одну кнопку, и буровой станок начнет сам производить процесс бурения. Такой станок нужен для того, чтобы обезопасить максимально оператора, именно для безопасности. Есть у нас определенные участки опасные, на которых бурение человека в кабине, ну, является небезопасным. А то есть с приобретением данного станка нам удалось обезопасить оператора. Он становится на расстоянии и управляет данным буровым станком. Именно при бурении горизонтальных скважин станок максимально приближен к борту. То есть с борта может скатиться любой камень, и оператор может пострадать. А так как оператор находится вне зоны поражения, так сказать, то мы его обезопасили. Бұл станоктың енді айырмашылығы пультпен істейсің. Автомат бөренесі бар. Апасын жерлерге барған кезде дистанционный пульт бар, пультпен бұрғылайсың. Бір жақсы жері сөздер. Обучение буржума, обучать еттік, оқыдық сабағын. Сөйтіп, на саммиттерге өздері оқытып, үйретіп, содан үйреніп алдық, оқыдық. Енді қазір Аллаға шүкір, аздап-аздап істеп жатырмыз. Когда пришел к нам данный станок SmartRock, к нам приехали специалисты с компании Pirog, произвели обучение наших операторов и провели обучение инструкторам отдела обучения. В свою очередь теперь инструктора по обучению обучают наших ребят, ну, то есть которые люди к нам трудоустраиваются, они обучаются тоже на SmartRock. Это в обязательном порядке. Все операторы у нас, они являются универсалами, то есть на участке БВР. Так как у нас различная техника, различные виды техники, они у нас обучаются и на буровой станок SAM 255, на Flexi Rock, на Smart Rock и на Pit Viper. Сандвик-то десет меня? Он енді шум көп, сандвик-то ше? Более шум. Да, шум көп, мынан қарағанда. Мына тиқы тамаша күшті. А сандвик-ке барсам шум енді. Буровые станки Sandvik у нас полностью ручного управления, то есть они более просты, меньше электроники в них, соответственно, они более надежны. Буровые станки Sandvik, они, у них разные задачи по сравнению со SmartRock и с FlexiRock. Они именно задействованы на бурении производственных блоков, то есть они уже у нас бурят большие площади для массовых взрывов. Каз Минералс на данный момент, я считаю, законодателем в горнодобывающей отрасли именно по Казахстану. Все инновационные новшества, которые имеются, ну, появляются в горном деле, они у нас применяются. Они у нас появляются сразу же. Вот также это взять и SmartRock, вот также вот эти бульдозера, смарты. И те же самые айконы, которые, в принципе, то применяем на Башаколе и Актагае, и там единицы по Казахстану.